Да-ду-да-ду-да, да-ду-да-плей. Всем привет! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Earn Today. Today. Покупай и умирай. Что ж, поехали, у нас машинка мощненькая. Мы сделали такой вот интересный скин. Давай, едем. Надеюсь, бензина нам хватит, и мы доедем наконец-таки. Хотя навряд ли. Сейчас проверим, посмотрим. Вот, давай, наверх не получилось, ладно. А где, подожди, а почему я этот самый турбинку на них всю не включаю? Вот, все, турбинка моя включилась. Едем, поднимаемся, летим. Так, сколько там еще? Немножко осталось. Хорошо. Машинка полностью в броне. Мы броню полностью прокачали. Поэтому будем нормально здесь ехать. Особого вреда нам ничего не приносит. Машинка в нормальном состоянии. Главное... А, ускоритель закончился? Ну ладно, ничего страшного. Главное здесь все проехать ровненько, аккуратненько. Вот, хорошо. Самое главное, чтобы бензин у нас был всегда, чтобы он не заканчивался. Вот здесь проезжаем, отлично. Смотрим. Да, мы опередили, мы прошли дальше даже немножко. Ну и, конечно же, бензин заканчивается в самый неподходящий момент. Получаем 125 тысяч долларов. А прокачали там мы полностью бензобак, да? Что еще прокачиваем? Прокачиваем, конечно, коробку передач. Коробка передач тоже полностью прокачана. Ну, сейчас попробуем. Поедем, проверим. Чуть-чуть не доезжаем. Коробка передач-то у нас полностью прокачана, а вот двигатель-то нет. Ну, чтобы прокачать двигатель, нам нужно как минимум два раза прокатиться здесь, по карте этой. Мы будем аккуратненько ехать, может быть, будем надеяться, что мы проедем. И получим новый автомобильчик, который будем раскручивать. А какой там у нас новый автомобиль? Надо посмотреть будет, как он выглядит. О, давай, ускоряемся. О, нифига, все крушит вообще. Офигеть. Крашер такой, автомобиль-крашер. Все разрушает. О, ускоритель закончился, хорошо. Ух, нифига, подожди, полностью броня слетела, просто, знаешь, одновременно. И главное, вся броня, офигеть. Как так? Ой, вообще, что-то у нас машинка не очень хорошо выглядит, я бы тебе сказал бы. Хотя бензин еще есть, но... Что-то все не алло. Могло это все выглядеть, конечно, интересней. Да, надо прокачивать просто движок. Двигатель прокачивать, потому что... Видишь, никак. По-другому никак. Вот, и у нас заканчивается двигатель. Нет, не успеваем, мы не можем. Все, бензин закончился. Ага, прокачиваем движок. Все, и едем еще раз. Интересно, может быть такое, что мы не сможем проехать, ну, по какой-либо причине. Хотя все прокачаем, а проехать не сможем, мне интересно. Сейчас посмотрим. Мне кажется, мы уже сейчас сможем выиграть. А я не помню, двигатель там мы полностью прокачали или нет? Мне кажется, двигатель еще не весь. Опа. Так, давай, поднимайся. Да, она была просто внизу проехаться. Не так бы у меня машинка бы уничтожалась бы мощно. Полетели мы, и машинка наша вообще стала дырявой. Вот, сверху сейчас вот этих всех собьем.
И проедем дальше. Давай, давай. Опа, тихо, тихо, тихо. Аккуратненько. Хорошо, что вот передняя броня еще не слетела. На удивление, кстати. Во. Еще до сих пор не слетела. Удивительно. Смотри. Ну, может быть, проедем. Не знаю, не могу сказать. Хотя тут постоянно что-то, все-то, что-то взрывается. Не знаю. Нет, смотри, не хватит, наверное, силёнок. Сейчас что-нибудь произойдет. Либо машину разорвет нафиг на несколько частей. Да, видишь, начала что-то гореть. Либо, скорее всего, кончится бензин. Да. Да, бензин кончился. Отправляемся в гараж. А вот, смотри, видишь, мы сейчас купим наш двигатель. И ускоритель. Вот. В принципе, не знаю, сейчас посмотрим. Мне кажется, мы сейчас проедем спокойно. Прокачали мы немножечко ускорителя, прокачали мы полностью двигатель. У нас все прокачано. Можно еще, конечно, ускоритель два раза прокачать. Не знаю, поможет это или нет. Но я думаю, мы проедем. Должны проехать. Вот. Я еще буду немножко помогать ускорителям. Ой. Сколько же этих зомбаков-то мы убили, а, ребят, смотрите. Сколько серий. Нам должны дать медаль большую. Большую медаль. Да, кстати, пиши комментарий, и я тебе передам привет. Ну, пиши там привет, напиши, и я напишу тебе, передам привет прямо под видео. Обязательно напиши. Напиши, в какую игру ты хочешь еще посмотреть, в какую поиграть. А я поиграю. Так, где у меня? Надо включать ускоритель. Кстати, я что-то я это забыл, знаешь, что почему? А потому что он отлетит нафиг сейчас. Может быть такое же, может быть. Спокойно, может. Ой-ой-ой, аккуратно. Просто может отлететь и все. Вот, ускоритель закончился, но машинка наша еще пока едет. Давай, 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 блин, сейчас было бы. Ускорителя бы добавили бы, нормально было бы. Во! Наверное, доеду все-таки. Да, доеду, смотри. Вот, замечательно. Давай, 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 давай. Сейчас, скажет, бензин закончился. А нет, все, доехали, молодцы, нормально. Ух ты, смотри, у нас новый автомобильчик. Полицейский. Пройдена контрольная точка. У нас новый полицейский автомобильчик. Прикольно. Сейчас я посмотрю. Ого, вы стали так богаты, что на экране не хватает места для отображения всей суммы. Что было бы проще? Ага. А, ну уменьшают они эту сумму. Хорошо. И у нас новый автомобильчик. Разблокирован. Полицейский автомобиль. Давай увеличим сразу топливный бак. Да, и попробуем прокатиться на этом автомобильчике. Угу, полис, полис, полис. Еще бы сиренку, знаешь. Полиция Майами, всем не двигаться. Всем стоять на своих местах. Руки вверх. Зомбаки. Да, колеса, конечно, смешные у полицейской машинки. Надо прокачивать колеса, и конкретно причем, да. 200к нам заплатили, представляешь? 200к. Давай, и дальше едем. Нам нужно прокачивать машинку. Надо колеса прокачать. Полицейская машинка такая интересная. Ой-ой-ой. Так, что будет интересно? Как? Ну как ты будешь проезжать? Так странно, странно очень. Машинка. Не хватает у нас энергии. Слабенькая, слабенькая машинка. И бензинчик кончается быстро. Все, разлетелось. Разлетелся автомобильчик наш. Все, и еще и бензин закончился. Ну платят нормально. 280к. Давай увеличим. Бензин, давай бензин купим.
Топливный бак, поехали. Вот, 119 день, офигеть. Ага. Тут-то, в принципе, не сильно далеко ехать, я смотрю. По идее. Ух ты, нифига, смотри. У нас не хватает мощности. Да ну нафиг. А ну давай, разгоняйся. Смотри, офигеть. У автомобильчика не хватает мощности. Слабенький, слабенький полицейский автомобильчик. О, все. И начал гореть. Ладно. Сейчас мы прокачаем движок. Угу. Поехали. Вот, прокачали мы движочек. И стал наш автомобильчик намного быстрее ехать. Вот. Но ломается он интересно вообще. Он практически такой какой-то вообще несуразный. Все остальные автомобили были прикольнее. Видишь? Он даже заехать не может. Кое-как заезжает. Все, он стал выглядеть как гармошка. Полицейский этот автомобильчик. Как гармошка выглядит. Да, и бензин кончается быстро. Все, бензин закончен. 220 тысяч мне заплатили. Давай купим коробку передач. Все, едем. Вот. Теперь уже, я думаю, все равно будет чуть-чуть побыстрее. Опа, опа, опа. Все, смотри, что тут творится. Да, здесь нужен ускоритель. Ускоритель конкретно. Конкретный ускоритель. Опа. Зомбаки зеленые, ходите здесь. Мешаете. Вот видишь, что висят и ждут, когда полицейский автомобиль приедет. О, смотри, ну в принципе, смотри, мы дальше немножко проехали. Сейчас мне заплатят больше денег. Давай смотреть. Обычно 200. О, почти что 300, нифига. Что можем прокачать? Вот этот развесовка купим. Все. А это что такое, интересно? Ускоритель. На задней части машины устанавливается ускоритель. Вот это что такое? А, ускоритель. Ну все, понял. Ускоритель. Только он выглядит по-другому. Все понятно, нормально все. Сейчас парочку заездов сделаем, заработаем денег. Ой, опять, смотри, упали. Не хватает у нас. Не хватает мощи, смотри. Вообще не хватает мощи заехать. Давай, давай, полицейский автомобильчик. Давай, не хватает. Еще раз. Быстро, быстро, быстро. Да. Надо, наверное, эти колеса прокачать, точно. Чтобы машинка заезжала хорошо наверх. Прокачиваются для этого колеса. Вот. А колеса тут самые такие маленькие. И поэтому машинке тяжело ехать. Вот, колеса, конечно, купить. Во! Уже другое дело. И уже и выглядит наша машинка по-другому. Намного брутальней и намного интересней. Все, хорошо. Опа. Тут главное проехать. Оп, видишь, смотри. Проехали, не знаю, как получилось. Но это хорошо. Нифига она не смогла заехать наверх. Ладно, внизу поедем. Ух ты, нифига, смотри, кое-как заехали. Офигеть. Опа, опачки. А, бензин закончился. Так, что еще можем купить? Ладно, пока подождем. Еще раз съездим и прокачаем двигатель. Все, поехали. Полицейский автомобильчик наш. Опа. Зомбачье. Так, мы здесь проехали, хорошо. Замечательно. Опа. Прям по головам едем, смотри. Зомбакам. О. Какой-то завод проезжаем, видишь? Уже. Все, бензин закончился. Ё-моё. Прям на этом же месте. Прям на этом же месте заканчивается бензин. Ну что ж. Купим его. Топливный бак. Чтоб дальше можно было ехать.
До какого-то определенного момента мы можем покупать топливные баки. Но до определенного момента. Затем просто-напросто у автомобильчика, ну, он будет просто разрушаться. Поэтому надо будет покупать броню. Вот так вот. Все хорошо, проехали. Сейчас попробуем наверх. О, видишь, смотри, горит уже этот самый двигатель. А до этого у нас он не горел, никогда не горел. Мы сюда проезжали, ничего нам не делалось. А сейчас немножко проехали здесь и загорелся двигатель, потому что нужно соизмерять. Бензина еще много. Вот. Смотри, мы не смогли здесь проехать, к сожалению. Заработали почти что 400 тысяч. Давай увеличим мощность нашего двигателя. Все, поехали еще раз ездим. Теперь движок-то у нас вообще мощный. Не знаю, успеем, не успеем. Ну тут больше в основном бензин заканчивается, поэтому. Ну и двигатель, мощный двигатель, нам он более экономичный. Более экономичный, чем просто дешевый двигатель. Все, видишь, начал дымить, гореть. Поэтому просто бензина хватит, но двигатель сам. Он не выдержит такой большой нагрузки и взорвется просто-напросто. О, смотри, мы пробили. Да, пробиваем, но, блин, все равно, смотри, не хватает нам для пробития. О, давай, давай. Еще, еще. О, отлично, пробили. Нам нужно утяжелитель срочно. Вот, 400 тысяч. А утяжелитель стоит 900. Офигеть, почему так все дорого? Ладно, еще раз съездим. Еще раз поедем, давай. Попробуем пробиться. Вот так, замечательно. Опа, здесь мы, в принципе, нормально сразу пролетаем. Проезжаем. Угу. Давай, 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 едь, 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 едь. Все хорошо. Наверх нам и не надо, в принципе, мы туда не стремимся. Нам и здесь, в принципе, нормально проезжаем мы здесь. Все, зомбачки, давайте, не мешайте мне. Сейчас будем пробивать туннель. Сейчас начнется. Вот, пошел, пошла пробивка. Вот это, ух ты, смотри, не смогли с первого раза пробить. Отъезжаем назад, пробиваем, и здесь нужно со всей дури. О, пробили, отлично. Хорошо. А, бензик закончился, ё-моё. Да уж, ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать серию, спасибо за просмотр. Пишите комментарии, я отвечу. Я постараюсь ответить каждому. Всем пока-пока.